Дорогие друзья, всем здравствуйте. С вами, естественно, Ильичев Антон. Мы с вами вышли из метро «Водный стадион», и мы направляемся на Головинское кладбище. Кто смотрит наш канал, кто его поддерживает, те люди знают, что на Головинском кладбище у нас есть захоронение, которое мы убираем, а захоронение ребенка, захоронение мальчика. Это уже наше захоронение, мы его убираем. Вот сегодня мы с вами приехали. Просто на самом деле хочу вам сказать то, что не приехать к этому ангелочку, потому что наше захоронение, никто уже туда не ходит. Только мы его навещаем, его вспоминаем, и душа его не гаснет. Цветочки я купил. Насчет уборки не знаю, получится ли убраться или нет, потому что снег у нас сегодня шел, но он, в принципе, растаял. У меня перчаточки я взял и пакетики я взял. Я посмотрю, там инвентарь, если еще не убрали на кладбище. Вот. Мы там были летом последний раз. Вот, люди идут, да, думают, что я, короче, вы сами понимаете. Блин, господи, все снимают. Вообще люди удивляются, что человек идет там, что-то говорит на камеру. Вообще, очень странно. Все там на телефоны снимают, там ведут в соцсети, ничего такого в этом нет. Ну ладно. Дорогие друзья, вот тут машина. Спасибо. Все, идем на Головинское кладбище. Зашли мы с вами на кладбище. Вот, но сначала мы сходим на одно захоронение. Вот здесь вот молодой человек похоронен. Мне ему надо спиртное положить. Да. Вот тут вроде я должен помнить. Вот, да. Вот это захоронение. Вот. Я ему уже приносил спиртное. Но сейчас зашел в магазин специально. Вот я почувствовал, что ему необходимо, да, вот это. Не первый раз я уже это делаю. Вот такое с ягодками. Мне все время почему-то хочется приносить. Иванов Дмитрий Владимирович, 91 год, 2013. Вот мы ему принесли. Свечку обязательно зажгу ему. И ладан зажгу. Ну все, потихонечку тогда идем к ангелочку. Кстати, инвентарь я взял. Перчатки у меня есть. И пакетики у меня есть. Вот. Уже хочется быстрее к нему попасть, убраться. Были давно. В начале лета только. Погода у нас холодно, руки даже мерзнут. Прохладненько. Ну вот, пришли мы на захоронение. Карпов Дима у нас здесь похоронен. 1958 год. 1959, да. Кто канал смотрит, да, вот. Люди знают то, что мы навещаем, убираемся, помним. Это захоронение. Машинка у нас даже лежит, я приносил. Все, сейчас буду убираться. Да. Дождик у нас тут идет.
памятник, я помню, я его восстанавливал. Он был просто там в этом, в плесени, там мох какой-то. Я его восстанавливал. Долго я его оттирал щетками. Вот, теперь он беленький такой. Вот уже 2 года мы тут. Вчера вечером и всю ночь дождик шел, ой, не дождик, а снег. Вот, снег шел. Утром я вышел из дома, прям лежит снег. И сейчас уже растаял он, видите, вот. Листья все мокрые лежат. Ну вот мусор я весь собрал, вот мешок, сейчас пойдемте выкинем. Никто уже особо не ходит на кладбище, уже все убрались, наверное. У нас уже глубокая осень, скоро зима. Вон помойка, мусорка. Сейчас выбросим. Сейчас цветочек положим и свечку зажгем. Вот. Как хорошо, что мы приехали сегодня. Я прям очень сильно рад. Правда. Ответственность у нас уже такая, как бы присутствует за те могилы, которые мы убираем. Уже никак по-другому. Тем более, вот когда детишки, да. У нас очень много, да, захоронений детей, которые мы восстанавливали захоронения, убирали. Вот живая энергия у нас. Цветочек и свеча. Огонь. Такой цветочек классный. Я купила, это розовый такой. Розовая розочка. Ну вот, дорогие друзья, дело сделали. Убрались, навестили, вспомнили. Будет возможность, зимой приедем, цветочек поставим, принесем. Что я вам хочу сказать? Вы мои родные, вы мои хорошие, я вас всех очень сильно люблю, потому что вы меня поддерживаете, вы смотрите канал, вы пишете такие теплые комментарии. Я когда читаю, просто у меня сжимается что-то внутри. Благодарю вас, дорогие друзья, спасибо огромное. Прощаться будем. Я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения. Берегите своих близких. Любите свою семью. И до новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч. Ком из изломов, болезней, столетних обид. Сном растаял, как же смешно, как же стыдно. Я все вдруг сложил. Все расставил, что в искажениях навязчивых увидеть себя настоящего, как больно калечили школы небесные.
небесной любви. Глянул учитель во тьму наших мыслей пустых, и в объятиях руки раскинул, вздохнул, да так и застыл. На распятиях плакали тучки свинцовые, плавились центры торговые. В них дети кричали: ну дайте хоть каплю тепла. Черемуха белая переболит в груди, чего ж мы наделали, сколько же лиц в крови, вздохи под окнами. Может быть, им нету цены, ну до чего же жестокие, выучит здесь каждый свои уроки любви. Вывернет, выставит в нас наизнанку война, все людское снова собою закроем, страну, что для нас тюрьмы строит храбро с игрушечной сабелькой, живой и багряный, как капелька. Без ноги мальчишка бросался в атаку на танк. Черемуха белая переболит в груди, чего ж мы наделали, сколько же лиц в крови, вздохи под окнами. Может быть, им нету цены, ну до чего же жестокие, выучит здесь каждый свои уроки любви. Мертвого по городам, может, где-то.